Так, проверка связи, надеюсь. Если я так буду сидеть, то меня будет видно. Я с коробкой сяду. Действительно. Чё мне это? Обзор уже на канале. Сейчас. Видно, не видно? Ай, ладно. Одним кадром, не хочу монтировать. То, что сейчас случилось... Разговор на видео. Я обещал, вы просили, я сделал. То, что сейчас случилось с YouTube, отбило охоту вообще что-либо снимать. То есть, если был доход... Примерно на моей скромной аудитории 50 тысяч просмотров в месяц, долларов 25-30, то сейчас, когда это все произошло у нас в стране, к сожалению, то доход упал до 7 долларов. Естественно, охоту монтировать, резать, заходить в программу. У меня дороже уходит, когда ноутбук запускается, и при монтаже работают два вентилятора, у меня игровой ноутбук. Он тянет больше электроэнергии, чем сейчас приносит YouTube. Вот. Но совсем закидывать я это не собираюсь, потому что от этого канала тянутся у меня еще много разных доходов, естественно. Ну и набранная аудитория, она хоть небольшая, но она есть. Она приносит какой-то пассивный доход, даже ничего не делая. Уже два года я практически ни одного ролика, наверное, не смонтировал. Так, загрузил, скинул. И два года доход держится, иногда даже растет. Запрячу колено, нескромно. О мире технологий. Вторая причина, почему я перестал этим заниматься. То, что технологии перестали развиваться. Просто перестали развиваться. Samsung выпускает каждый год одно и то же. Выпустили Fold 1, ну да, круто, классно, новшество. Купили, поиграться, супер. Fold 2 то же самое. Fold 3, ну уже чуть-чуть там усовершенствовали, доделали там ля-ля-то-поля, и все. Fold 4 похож на Fold 3. Fold 5 похож на Fold 4. Flip то же самое. Многие другие компании делают, хотя Samsung был первопроходцем, который запустил массовое производство фолды, но многие компании сейчас обогнали Samsung. Ну и вообще с техникой сейчас сложно, она стоит на месте. Вот что не стоит на месте. Детские велосамокаты, велосипеды и т.д. и т.п. А так сейчас неинтересно про технологии рассказывать, да и время сейчас такое, что иногда даже ничего и не хочется говорить. Поэтому и каналом особо не занимаюсь. Одним кадром, когда-то кто-то написал в комментариях преимущество твоего канала, что ты все снимаешь одним кадром. Хорошая идея, а чё нет? Чё сидеть мучиться, монтировать? Тем более хватает много других дел. Я сейчас перешел в сферу моушен дизайна. Там у меня больше получается, мне интересней. Делаешь своими руками, учишься, изобретаешь иногда, ну, вольное плавание. Ну, естественно, и доход там больше, чем с YouTube. А вот как-то так. Ну, с канала не уходим, снимаем ролики. Велопутешествия сейчас, в принципе, тоже очень сложно перемещаться. И не сильно безопасно. Но где-то поедем, что-то сделаем, на канал покажем. Вот, велосипед, кстати, у меня он сзади стоит. Наверное, на камеру не видно. Еще старый мой кубик, продать его не получается пока что, но хорошо, что он есть. Что-то хотел так много с вами поговорить, и сел, и все сразу забыл, давно уже этого не делал, уже разучился. Вот, ну, что появляется на руках, то вот делаем обзоры. На канале есть классная, достойная вещь. Кстати, сейчас, кстати, поснимаю короткие видео, они, кстати, больше заходят, и за них уже YouTube платит, если что, мы пойдем на ус. А что, с вами был канал «Все просто», я, Руслан, и, наверное, будем прощаться. Сейчас я так уйду незаметно, чтобы меня не было видно. Чук-чук.